находится по пути в Кемер. Кемер мы не доехали, да? Не доехали, да. Сейчас здесь погуляем. Купили билет. Нам он обошелся 50 лир на четверых. И 2 километра сейчас пешком, да, до каньона. Так как мы граждане Турции, да? Как граждан Турции. Вот, сейчас мы погуляем, посмотрим, что здесь, покажем вам. Пойдемте. Давайте спустимся сюда. Я совершила большую ошибку, одела тапочки. Не знаю, мы их собирали, как всегда. Обернется, тапочка поедет во все путешествия. Так. Тут можно, наверное, на лодке отправляется. Специально сделан спуск. Зеленый. Кстати, здесь зимой, летом горы зеленые. Вот эти вот растения, они кедры, конечно, там колокольные. Гора с кустами. О, здесь красивая стена, видишь? Перешли вброд. Да, здесь обязательно надо снять тапки, кроссовки. Да, вот. Сынок, уплывут, держи. Друзья, это надо 2 километра пешком надо до каньона. Эта дорога, конечно, сложная. Погода очень жаркая. 34 градусов. Если вы сюда будешь, без ребенка лучше. Это с ребенок. Дети очень сложные. Это пешком, так я вам покажу. Это очень сложная дорога. Мы там внизу, мы около моря. Начинал. И туда надо, туда наверх каньона. Пойдем вдоль горы по тропе вот туда по каньону дальше. Еще 700 метров осталось. Все намочились, потому что жарко. Вот, и здесь есть вода. Комфортно идти. Да. Вообще есть бесплатная вода. Все здесь. Прилетает, да. Делают перерыв. Сейчас я вам покажу, как надо это делать. Вот так.
так. Это вода из горы. Вот так, это да, горная вода. Сейчас снег тает, продолжает таять. Вот только в таком состоянии продолжайте путь. Лавруха? Да, похоже. Лавровый лист. Да? Да. А, честно. Я чекаю море. Спокойно или? Спокойно, не переживай. Осторожно. Так, ты скажи, мы гуляем. Да, у нас лодочный тур. Каньона, да? По каньону Гойню. Интересно. Вечеру. Да. О, узкий дорога, смотри. Правда, узкая. И бульки. Ага. Зорточку? Ого. Через половину метра, это вот. А него? Издалека gezilebiliyor yani? Aynen, o 200 metre. А него до него? Как вам вода? Не теплее. Вначале холодно. Холодно? Человек за бортом. За бортом? Ага. Вон верхний брод 4,5 метра. Самый глубокий место 4,5 метра. Можно и вплавь, и без лодок, да, плыть? Веселее. Zerek'te gezilebiliyor yani. Aynen, ikinci aktivitemiz efendim. Gezerek 40 metre yüzüyorlar, sonra 650 metre yürüyerek devam ediyorlar. Bot turumu sadece 300 metreye kadar. Догоняем пловцов. Как вам вода? Выступили. Холод. Здесь не глубоко. Глубоко? Самые красивые вот эти камни. Они идут? Идут, да. Вот и вот эти базы. О, это камень интересный, видишь там, на южде? Я же тут застрял, все камень. Да. Интересно, да. Видишь там немножко? Да. Как совещаясь, так же там. Ага.
воды. Вот здесь живут три животные. Это форели, рыбы, лягушки и крабы. Сюда еще они замерзали. Инжир, да, инжир. Угу. А, вон рыба, смотрите, плывет там, да. Ага. Так, сиди, не вставай, сынок. Видишь, да, между застрявший камень. Там два камня. Интересно, да. Видишь, что они? Как получается? Ага. Опять же, кто до США не доехал, может доехать до Турции. Красота. Kameranın önüne çıktığında en arkadaki kas giysin unutma. Это инжирное дерево. На скалах растет. С инжиром. Инжир везде растет. Он как сорняк, да. Ой, прям сказочные места, да? Вот прям. Сказочные, о, прошло снег. Это не ровное. Да. Что? Нет. Мам, это не ровное? Я в жилье. Тут? Ты видишь, кто тут, вот, а? Потом будет сумма. Вот
покатались по каньону на лодке. На одного человека билет стоит 120 лир. Дети до 7 лет бесплатно. Рекомендую посетить Гюйнюк каньон, парк каньона Гюйнюк, потому что очень интересные виды открываются. Можно два варианта. Либо ты на лодке плывешь, ну, хоть короткий, минут 15 тебя везут и обратно. Вот, а если ты просто... Можно пешком плыть. Пешком. Одеваешь, дают тебе жилет, каску. Идешь пешком, то весь путь метров 400. Вот, но тяжело. Тяжело. Не для всех такой путь. По каньону пройти, это по воде, вплавь, потом карабкаться по скале, по веревочной лестнице. Сейчас отдыхаем, ждем турецкие блины гюзлеме. Заказали со шпинатом и сыром. Там, да. 4 блина 160 лир. 4 блина 160 лир. Этого вполне достаточно, да. И потом будем возвращаться к машине. Вот принесли турецкий блин гюзлеме. У Дениса со шпинатом. Давай, кушай. Кушай, попробуй. Пошли черепаху. Смотрите, какая прелестная. Да. Ой, какая она миленькая. К нам приплыла. Да. Насколько они милые. Она нас не боится. Она нас не боится. Она одна, обычно они парами могут плавать. Плавает. Плавает. Совсем не боится людей. Какая красавица. Не надо. Не брызгай там. Не плыла. Не приплывет. Тенечек спрятался. Друзья мои, сейчас я вам показываю, как цветет кактус. Вот эти кактусы везде в Анталии растут. Вот, сколько много цветочков будет. Вот. Милый кактус. Без иголок. Закончилась наша прогулка по парку каньона Гюйнюк. Приглашаем вас сюда. Очень красивое место. Рекомендую к посещению. Даже можно с детьми. Вот. Посмотрите на эту красоту. Прям не оторваться. Мы купались в этих озерах. Очень красиво. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. И до скорых встреч. Пока!